Ксения Бородина после того, как подала на развод со вторым мужем Курбаном Омаром, обратилась к публике. Ведущая «Дома-2» заявила, что жалость ей не нужна. Кроме того, она пообещала, что не будет устраивать алкоистерики и разыгрывать публичную даму. Ксения Бородина и Курбан Омаров разводятся после 6 лет брака. Точно неизвестно, кто стал инициатором расставания. Супруги до недавнего времени не комментировали крах семейной жизни. Однако теперь Ксения, которая растит от Курбана дочь Дион, решилась на откровение. Теледива поблагодарила за теплые слова поддержки. «Девочки, хочу сказать огромное спасибо. Я вам благодарна за волну поддержки в свой адрес, но поверьте, у меня все хорошо. Может быть, вы привыкли к тому, что если в жизни публичных людей случаются перемены, то начинаются глупые рыдания, алкоголизм, сопли, слезы и все остальное». Начала свой монолог Бородина. По ее словам, все по-разному страдают. Ксения заверила, что никого не осуждает. «Если вдруг мне когда-нибудь захочется поплакать или выпить бокальчик вина, я сделаю это с близкими. Конечно, эту фигню я публиковать не буду», – пообещала красавица. Она также попросила не искать тайных смыслов в ее публикациях. «Хочу вам сказать спасибо еще раз, но мне правда не нужна сейчас жалость», – заверила женщина.